Приветствую, друзья! Вы снова на канале Bitbully Dragon Live. Мы с Аявриком сегодня будем рассказывать, кто такой Аяврик. Тест ДНК, ребят. Идем, мыслятки, идем. Да. Да, ресерв, идем, мыслятки, да. Молец, молец. Ребята, он был на меня обижен, потому что получил по люлям. Я там стену дома утеплял. Такая там стекловата, в общем, она... Ну, стекло там, в общем, да, пыль, не пыль. Я допоздна это все делал, чтобы больше это не пачкаться. А этот козлик... Что? А этот козлик, ребят, взял и все это разодрал. Ну, не полностью все, но прилично. Я злой выбежал. Я уже вообще ко сну готовился, выбежал, давай его ругать. Пытался замахнуться, он, короче, ну, я могу так, да? Да, да. И, короче, ребят. Друзья, в общем, пришлось Аяврика отругать. А он не любит, когда его ругают. Да, да. Он это скалится, клацает челюстями, рычит. Да так рычит, что это страшно. Вы не смотрите, что он сейчас такой спокойный и добрый. На самом деле в нем живет хищник. Все-таки это не шутки, ребят. В общем, ребят, давайте расскажу, кто есть на самом деле Аяврик. Генетический результат породы 53,4% серый волк, 22,8% немецкая овчарка, 17,1% западносибирская лайка и 6,7% нерешенных. Получается, это волкособ чистой воды, но он очень похож на волка повадками, поведением. Он больше унаследовал от волка. Расскажу вам сейчас почему. Тест его родного брата, ну я думаю, что у него должно быть аналогично, так как родители одни и те же. Там других не могло быть в помине. К ним никто там не пройдет. Так что, ребят, в принципе, Аяврик получился волкособ, но по поведению единственное, что он более контактный к человеку, это от, может, овчарки, да, передалось там от собаки. А так он очень похож на волка. Ну вот эта маска черная выдает его, что, да, немецкая овчарка была. Начиная от поведения трусости волчьи, зубы волчьи, пальцы вытянутые волчьи, ушки с детства стоячие волчьи, шерсть волчья, походка волчья. Ну, вы знаете, у него очень много волчьего на самом деле. Вот он ведет себя, видите, он как в клетке запертый, он всегда пытается выйти, всегда вот ему все интересно, любопытно, и в плане интеллекта развитого тоже волка он пошел. Ребят, в принципе, я вам рассказал, кто есть на самом деле Аяврик. Обманывать вас не вижу смысла, наоборот, хочется вам рассказать, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело, да, за кем наблюдаете, а то сейчас все как ринутся покупать волков. Но я... Иди сюда, малыш, иди сюда. А я... Иди сюда. Блядь, иди сюда. Нет, иди. Да, иди.
Иди сюда, иди, иди. А то сейчас все ринутся покупать волков. И может от того, что он помесь, мне с ним все равно полегче в плане, да, он более контактный к людям там. Даже вот с помесью очень тяжело. Ребят, вы не думайте, что он такой няшный, такой хороший. На самом деле с ним тяжело. Он любопытный, он все любит вот что-то натворить, вот везде свой нос засунуть. Ну такой упрямый. Как сказал Аябрик, нет, 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 вот пожалуйста, на стол сейчас залазить пытался. И знаете, ругаю, но все равно его, он тяжело поддается. Не в плане команд, а в плане воспитания. Команду он хорошо выполняет, а команду сидеть он научился. Я вам покажу видео, когда я снял. Я тогда даже видеоканал не вел, я просто для себя это сделал. Ну, на всякий случай, и вот понадобилось сейчас. Как сказал Ясон Бадридзе, с ним, кстати, Антуан тоже виделся, менеджером. Это уже в возрасте человек, который 2 года в свое время прожил с волками в дикой стае, примкнул к ним. А я говорю, нельзя, малыш, нельзя. Нельзя. Вот смотрите, характерная черта волка, когда у него стрессовая ситуация, что-то, да, он боится, он начинает гадить. Нет, а я говорю, нет. Он начинает гадить. Вот он уже 10 раз тут нагадил, вот по чуть-чуть. Так же в машине, когда я его вожу, он начинает гадить прямо в машине. Вот я не знаю. И Ясон тоже рассказывал, что они не чистоплотные. Они любят рыть ямы. В общем, ребят, кто заведет для дома, ну, пожалуйста, наступил на свежую какашку. Капец. Кто хочет завести волка, ребят, 1000, а то и 1 000 000 раз подумайте, это реально нелегко. У меня не чистый волк, и то я, честно говоря, вот, ну, в квартире это вообще не... Ну, можно держать, все можно, но это реально, это очень тяжело, ребят, очень. Поэтому я не советую заводить волка, это нужно делать отдельную какую-то зону, чуть ли не заповедную, ну... Ребят, это очень тяжело. Его природа – это воля. Так что не надо его держать. Вот я вот, ну, любитель, да, я им посвящаю много времени, но на самом деле превратить из волка собаку сделать – это, ну, это нереально. Ага. Тысячелетиями формировался волк, да. И тут в одном поколении хочу его превратить в собаку. Нет, это нереально. Послушайте Ясона Бадридзе. Очень интересный человек. Очень образованный. Он вам все дословно расскажет. В принципе, вы узнали все. Еще раз говорю. Аяврик с виду очень красивый, милый. Но суть его очень серьезная. Поэтому это очень все. Кстати, Аяврик так поправился, капец просто. Разнесся, можно сказать. Потому что похолодало немного, и все, он пошел поправляться. Тема. И это, даже не знаю, сколько он весит. Килограмм, наверное, уже 40 будет. Блин, ребята, запах стоит. Надо все это убрать, в общем. В общем, одним словом, это волчара. Я вам потом спокойно расскажу вообще его все повадки. И, ну, со всем, чем я столкнулся. Давай, иди, иди, подожди. Тут достал меня. Иди. Без 3 минут 12 ночи. Уже отдыхать хочется. Просто резко так решил. Он мне не дал поспать нормально, отдохнуть. Из-за этого вот решил все сразу снять. Рассказать вам, что они не такие уж и няшные. Так что вот так.